За минулые сутки у Гомельской области зарегистрировано 4 пожары у жилым секторе. У Ветцы отбылся пожар дома. Его господиню выратовальники нашли на ложку у покои, вынесли на свежее поветро и передали медикам, которые констатовали смерть женщины. У вынику сгорания пошкоджены столь и маемость у кухни. Вероятная причина возникновения пожару – неосторожное обыходжение с огнем. Следственный комитет проводит проверку. Еще один пожар зафиксован у Ветцы Движки Ельцы. Района. По прибытии выратовальников открытым полымем горел дах веранды жилого дома, який належал семейной пары. Господиня дома, почувши гук пожарного оповещальника, покинула дом про законный проем. При проведении разведки сотрудники МНС на подлозе нашли господара дома и передали его медикам. Мужчина помер у медустанове. Разглядается версия причины пожару – неосторожное обыходжение с огнем при курении. Основной причиной пожаров по-прежнему является неосторожное обращение с огнем. Хочется еще раз обратиться к гражданам и напомнить, что курение в постели приводит к печальным последствиям. А также им честно напоминает о том, что наличие автономного пожарного извещателя позволит в кратчайшие сроки обнаружить возгорание и предупредить вас о беде.